Добрый день, дорогие друзья. Мы на речке уже с часов 5. Ветер сначала был южный, сейчас повернул на западный. Клев не очень. Кормушки сильно несет, течение сильное. На дальний заброс бросаешь и сносит буквально на глазах. Я на фидер помогаю вам Шурику поймать на засолку тараньки. Карпа пока нет. Будем ждать. Еще ночь впереди. Ночь сейчас длинная. Возможно, ночью что-то будет клевать. Посмотрим. Все в наших руках. Рыба там сидит, блядь. Да, не там нету слова. Еще какая рыба? Всем рыбам рыба. Да иди сюда. Какую оставь? Они это самое где-то пропали. Я кис-кис-кис, а они их нету. Пропали? Ну нету их, это самое не знаю где они. Так что это вот это недалеко бросаем? Я думаю средняя дистанция. Ого! Далеко? Да, конечно, далеко. Ну куда? Не, ну а куда на ночь самое, на такую дистанцию бросать? Саш, левее и это самое чуть поближе. Да. Это у кого? Саша, смотри, так клюет. Да. Дергало? Или нет? Дергало. Интересно, это очень дальний заброс был. И что ж там надо сидеть будет? Какая-то мелочь? А черт его знает. Сиди, что там, видишь? Есть, да? Карп? Ну такой мини маленький. Не маленький, да, мне показалось, да? Мне показалось. Это очень дальний заброс. Саш, на! Санечка! Я ведро бросаю, потом заберешь. Главное, когда сел, слышишь, смотри, я даже не видел, когда он клюнул. Сел и сидит. И все те же. Все та же устера. Ой, зараза. На ее, Санька. На засолочку. На. Там, правда, есть ничего на той засолке. Да, рыбка есть, да. У меня обычно вот так вот на фидер. Эры, на фидер бросаешь, вот так вот мелочь, потом раз карпик. Зараза, эти машины задолбали. Я говорю, раз карпик клюет.
Ну вот. По поклевке видно. А, видишь он? Нет. Я говорю, я вот на фидер когда вот ловил, вот раньше это само, на всю рыбалку само фидер оставлял. Само так вот само выставлял на кормушке или еще там на макушатнике. И вот один фидером ловил. Постоянно на каждой рыбалке был карп на этот вот, вот на фидер. А тут что-то я отошел от фидера. Мелочь клюет. Ну смотри, немножко и на этот вот этот наловил. Ну зашел. Я говорю, с вашей помощью. Ну наловил. Так, ну немножко помогли там, что-то мы там помогли тебе. Но снова-то ты ловил? Да. В основном-то ты ловил, Санечка? В основном вы. Я так, помогать. Так колокольчик, чтобы мне вот не раздавить его, он под ногами лежит. Ну, немножко есть. Ну и слава богу. Да, давай. Будь здоров. Мог бы на ночь остаться. Да как-то надо собраться, блин, остаться. Погоды пока теплые, самочего было не остаться. Я уже обрадовался, думал, потяжка. Это, наверное, таранька. Таранька, наверное. Карась. Ну, приличный карась. Такие ночью не ловились. Ну, что вам сказать за ночь? Вообще рыбалка какая-то заколдованная. Получается, что в 3 часа ночи замочил садок, потому что не было рыбы. Вообще не клевало. Это какой-то, я не знаю, проклятый день был. Ничего не было. Ну, не считая вот это пару мелких карасей, вот, которые я днем поймался, Саше отдал, и все. А так вообще ничего не было. И только 3 часа ночи более-менее взялся карась, которого можно было взять. Клевало с 3, ну, и что мы до утра, так это, с большими-большими перерывами. Работала в основном каша, ну... На крючке горох с опарышем. И только 7:30 наконец-то пришел мой карпик. Я уже думал вообще видео не выкладывать, потому что, ну, неинтересно. Но оно бывает так. Вот не идет и все. В общем, короче, карпик есть, это уже слава богу. Рыбалка состоялась. Посмотрим, может быть, это не последний карпик. Ты тогда не торопись, не надо это самое. Потом снимай. А то тебе будет сразу снимать. Так. Ну, наверное, на мостик заходи. Она, получается, с мостика можно взять. Нормально еще размерчик. Не, нормально. Смотри, вот это все же за ночь нацинковал. И все на глубокие едут. Так, ну что, будем заканчивать нашу рыбалку. Рыбалка какая-то была
непонятная. Это же надо. В 3 часа ночи я только замочил садок. Весь день просидел без рыбы. Ну и не считая вот это мелких карасей, которые это сам Саша отдал, а так рыбы не было. И вот в 3 часа ночи только начал проклевываться карасик, потом подлещика взял, и по 8 утра наконец-то был карп. Что-то котиков не было, непонятно куда они делись. Ушли коты и появились крыски. А когда были котики, не было крысок. И вот с утра вот такой почти штиль. Ветер то западный, то северный. Непонятно, что-то крутит. И давление, Саша смотрел по интернету. Давление за сутки упало, вернее поднялось на 10 единиц. Это стремительный такой взлет. А для карпа это плохо. Это, наверное, не только для карпа, потому что вообще никакая рыба не клюет. Вот это утром взял карася, карпа и все. Саша даже поклевки с утра не было. Так что непонятная рыбалка. Ну, любая рыбалка, это отдых. Поэтому все хорошо, все замечательно. Слава богу, что так. Так, ну ладно, еще осталось показать рыбу. И, в принципе, можно заканчивать нашу рыбалку. Никто больше клевать не хочет. Ну что, вот он мой скромненький уловчик. Ну, есть немножко, и ладно. И хорош. И слава богу. И спасибо Днестру за то, что хоть это есть. Ну, есть приличные карасики, есть не очень. Есть и кузи-карасики. Все, друзья, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч!